Здорово! Всем привет! У нас очередное видео из челленджа с ответами на ваши вопросы. То есть напоминаю, и первое время буду напоминать, что вы пишете нам свои вопросы либо здесь в комментариях, только развернуто и грамотно хотелось бы, либо в личку в Инстаграме, в моем, который также здесь есть внизу под этим видео. И после чего мы выбираем наиболее интересные и отвечаем на эти вопросы здесь развернуто. Это будет ежедневная практика в течение там, до 2 недель. Потом посмотрим, как пойдет дальше. Поехали, значит, сегодняшний вопрос. Итак, вопрос. Вопрос от какого-то человека. Не будем озвучивать имена, нет, фамилии, как яркие, в этом, пароли. Знаешь, когда отвечает Александр Друзь. Ага. Вопрос от Тамары И. из Нижнего Новгорода. Привет. Ладно. Вопрос про отношения. Думаю, распространенная штука. Изменила больше 1.5 года назад. Узнал только сейчас случайно, копаясь в ее ВК. Клянется, что любит только меня, было по глупости, не хватает эмоций. Я много времени провожу за работой, для нашего будущего, теперь уже не нашего. Если бы не залез в ВК, так бы и не узнал, и жил бы с ней дальше. От этого еще дерьмовее становится. Вопрос в природе такого поведения девушек. В природе. Такого поведения девушек. Мы вот сейчас тоже, только мы на природе. Нахер изменяют ради вот таких мимолетных эмоций? Что с этим делать? Просто быть животным и всех подряд, иметь дохера выбора. А как же любовь там и все такое? Песня заранее Светы. Спасибо. А как же любовь? А как же твои глаза? Та-ра-ра-та. Для начала я как бы сразу уточнил некоторые моменты, чтобы мы друг друга все правильно понимали. Сам факт измены не имеет никакого оправдания. То есть человек совершил, ну, я буду называть вещь, подлость, может, даже это слишком мягко, да, для этого. И как бы оправдания этому абсолютно никакого нет. Другое дело, когда этот человек, мы, кстати, решили даже этот вопрос озвучить, почему, не столько он интересен, а мы понимаем, что для данного человека сейчас это очень болезненно, неприятно, естественно, да, что он переживает. Но здесь есть одна очень важная вещь, которую он озвучил, когда он это обобщил. То есть, почему по природе, как он, природа почему у девушек? Почему женская природа, ну, такая, да? Да? То есть, понимаешь, как... Всегда нужно конкретную ситуацию рассматривать конкретно. В конкретном ключе, с конкретными вопросами, да. Это совершил конкретный человек. Ты не можешь сказать, что, возможно, у тебя есть какие-то еще там знакомые или кто-то тебе об этом рассказывал, то есть группа людей. Но это не означает, что все. Когда вы говорите, что почему девушки или женщины так делают, вы это обобщаете. Но при этом забываете, что у вас есть там мамы, сестры, они же тоже женщины. И когда вы так озвучиваете, вы, получается, и их имеете в виду. Но так не надо делать, вы же о своих мамах так же не скажете. Ключевое. Вот. Это очень важный момент, который нужно учитывать. Нужно, почему она так сделала? Она может это сделать по разным причинам. То, что она тебе клянется, божится, что любит только тебя, как по мне, это полный бред. Но это как человек можно любить и сделать такую самую большую подлость? Это, ну, предательство, назовем так. Особенно со стороны женщины. То есть... Не зря же таких женщин называют интересными словами. А мужчин, ну, кобель. Короче, смотри еще от себя, что... То есть то, что ты сейчас обобщаешь и всех называешь там такими, ты говоришь, у них у всех такая сущность, по твоей логике, значит, тогда раз у них у всех такая сущность, ты говоришь, я хочу узнать, почему. От того, что ты узнаешь, почему такая сущность, как бы их сущность, ну, если это сущность, она не перестанет быть таковой, да, и получается, что все, теперь, наверное, надо присматриваться к мужикам, там, к пуделю, я не знаю, кому-то еще, потому что женщины, они уже все тобой наделены таким статусом, что, ну, а смысл, они же все такие, понимаешь, когда ты обобщаешь, ты сам себе закрываешь путь к дальнейшим каким-то нормальным отношениям. То есть здесь ключевое, что нужно сделать выводы, попытаться проанализировать ситуацию, сделать выводы и понять, почему она так поступила, где может быть я в чем-то этому косвенно или не косвенно поспособствовал, потому что мы сейчас слышим только твою версию.
никого не выговариваю еще раз, то есть твоя версия звучит так: она такая сякая, я бедный несчастный. Если ее спросить, не знаю, какая она там, скорее всего, у нее будет какая-то еще своя версия. И, допустим, это просто для раздумья. То есть бывает такое, что одна из причин, почему женщина может хотеть, это, опять же, ее не оправдывает, хотеть с тобой расстаться, давай так. То есть она же могла сначала с тобой расстаться, сказать: чувак, я от тебя ухожу, ты мне надоел, потом уже пуститься в пляс. То, что она это сделала, прям будучи в отношениях с тобой, это, конечно, жутко. Вот. И, собственно говоря, бывает такое, что, например, мужчина к своей женщине в физическом смысле, в плане секса, когда он уже ее получает, он расслабляется, они живут там сколько-то лет, он к ней может прикасаться, там, не знаю, раз в полгода, раз в пятилетку. А у нее тоже есть потребности, как ни странно. То есть у тебя есть потребности, и у нее есть потребности. И если она их не реализует в отношениях с тобой, у нее, возможно, будет желание все-таки их реализовать вне отношений с тобой. Это я к вопросу о том, что задумайся, где и что могло этому поспособствовать, почему так сделал и так далее. Просто кричать, что она там шлюха и проститутка, как бы это для тебя неконструктивно, потому что так и не поймешь. Либо где-то в начале, когда самое начало отношений, здесь очень, нет, здесь очень, я сейчас сижу, думаю, что как хорошо, что мы изначально все точки над «и» расставили по поводу оправдания ее поступку нет. Но как то, что здесь Вова сказал, что бывает такое, что да, по полгода к своим женщинам не дотрагиваются. И здесь ключевое, ты должен понимать, даже если она тебе не будет изменять, она тебе придет, может сказать, мы расстаемся. То есть ключевое, что последствия от этого для тебя будут неутешительными. То есть если в этом моменте все нормально, это мы просто мы не знаем нюансы, да, как у вас там действительно было, когда Вова говорит, что это твоя точка зрения. Про начало отношений. Да. Вот скажи, здесь еще есть тебя. Другой момент, что изначально бывает, что то, что случилось, это необратимый процесс, который явно выходит из ее поведения. Это очевидных причин, которые уже были видны, только не видны были одному тебе, например. Такое бывает. И вот мне почему-то сейчас вспомнился такой пример. Один мой знакомый, не прям близкий, но знались мы с ним. И вот он говорит: вот я раньше очень ревновал свою жену. Она одевалась так ярко, все прелести наружу. А потом думаю, это он мне рассказывает так, а потом думаю, а что я ей говорю, пусть все смотрят, завидуют. Я смотрю на него, думаю, дурак ты или нет. Но не стал ему ничего говорить, потому что я сейчас начну ему, он у меня не спрашивал ни совета, там, правильно ли я делаю или неправильно, поэтому я не имею права ему свою точку зрения высказывать. Я думаю, ладно, живи, как считаешь нужным. Как вы думаете, что с ним случилось? Вот такой сахатый стал. Это явно, а он будет думать, как так, как она такое сделала? Так ты сам ей говоришь, показывай свои прелести, чтобы кто-то на них клюнул. Но это не единственная причина. Это одна из, же, да, то есть. Потому что по совокупности. Она может показывать прелести, но у них там дома все нормально. А может быть такое, что она и показывает прелести, и при этом он еще превратился в каблука. То есть часто бывает даже причина именно психологическая, когда вы в процессе отношений начинаете превращаться в мужчину с позиции снизу, который прогибается под вашу женщину, у нее на физическом, на эмоциональном, на любом уровне просто куда-то растворяется желание вас как мужчины и вообще желание с вами находиться в какой-то интимной близости. Тут очень много причин. И одна из причин, она не сильно расстроится, если даже ты узнаешь об этом, и вы даже разбежитесь. Ей уже ты как человек не интересен, потому что она замучилась. Короче, уже от тебя ноги вытирать там, или со всеми. Опять же, мы ее поступок никак. Она может делать все, что угодно. Ключевое, что для вас это, вы с этим не столкнулись, вы не способствовали этому. Вы мораль видели такая, что к вопросу в частности, да, что если ты будешь вот так рассматривать этот вопрос, не типа почему так произошло, где я упустил, где она упустила, там, и так далее, то есть примерно, чтобы в следующих твоих отношениях, которые обязательно должны быть более счастливыми, чем эти, такого не допустить,
Вопрос ты ставишь таким образом. Расскажите, почему у них у всех такая сущность? Это такая виктимизация, понимаешь, что ты прям жертва в этом вопросе. Почему ж вот они все такие? Это ключевой и неправильный вопрос. И это мораль этого видео, что думай, где можно было упустить. Не в смысле еще раз, что ты виноват. В смысле, может быть, ты не досмотрел каких-то очевидных вещей в самом начале. И даже если оно, как сказать, она была идеальная, потом так случилось, ну, как говорит Тигран, есть факт, да? То есть факт произошел. Все, а как ты это сможешь ситуацию изменить? Никак. Ну, сделала она то, что сделала. Ну, если бог в тебя ней... завтра врежется, не знаю, там, какой-нибудь там синий Kia Cerato, прости господи, там, или какой-нибудь, не знаю, там, Volkswagen Polo зеленого цвета или белого. То есть, по логике вопрос звучит так. Почему же все, кто ездит на Volkswagen Polo, они такие вот, короче, понимаешь... И при этом я же аккуратно машину умею водить, то есть я хороший водитель. Но есть ситуации, которые все, ну, неизбежность, факт. Не его надо нужно обобщать, как да, факт. И лучше из этой ситуации, как и из любой другой, дабы в будущем не накосячить, делать выводы. То есть практика показывает, что люди зачастую выводов никаких не делают. Они говорят, она была конченная такая-то, 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 все. А... Как они, она оказалась говорят, рядом да, с тобой вот тогда? Это вопрос. Хороший вопрос, что она там делает? Чтобы сделать выводы, в таком состоянии, хотел сказать, я тебя прекрасно понимаю, я могу логически там как-то, но на уровне ощущений это, слава богу, я пока этого не знаю. И надеюсь, никогда да, не узнаю. Но когда случается что-то плохое, вот в взаимоотношениях двух людей, неважно, там, мужчина, женщина, там, два друга и так далее. Нужно вспомнить, вот в твоем случае, что изначально было такое, что тебе не нравилось там. Вот все плохое, вот это как со дна осадок поднялся наверх, и ты должен вот это посмотреть. А почему я на это закрыл глаза? Почему я на это закрыл глаза? Почему я с этим ничто не сделал? И вот в таком ключе, вот это будет боль, потому что в дальнейшем, ты намного меньше рискуешь с этим столкнуться опять. Потому что ты уже понимаешь, если я закрою глаза, будет вот опять такая ситуация. Вот это мы опять же говорим, чтобы ты в дальнейшем с этим не столкнулся. То, что сейчас случилось, уже случилось, как бы поздно об этом. Как-то так. Поэтому не торопитесь обобщать, лучше анализируйте. И ну, shit happens, как говорится, ребят. А лучше вообще не обобщайте. Все, пока. Всего доброго.